Всем привет! Меня зовут Анастасия Родина, и я занимаюсь созданием портретных кукол и снимаю с ними клипы. В этом видео я хочу рассказать о своей последней работе, которую я делала для британской исполнительницы Yumi and the Weather. Мы сняли клип на ее песню Imagine. Посмотрите, кто не смотрел. Работа над клипом велась около 5 месяцев. Вместе с Yumi мы определили сюжет, сделали раскадровку по секундам и продумали сценарий. Сюжет, кстати, напрямую связан с текстом песни, так что можете его прочитать. Около 2 месяцев ушло на создание портретных кукол Yumi. Их было целых 2. Это оба воплощения ее личности. Одна вечно наводящая суету рокерша, а вторая очень ранимая сонная художница. Внутри кукол металлический каркас, они были созданы специально для стоп-моушен анимации. У них гнутся руки, ноги. Они могут что-либо держать в руках. Еще примерно 2 месяца ушло на создание реквизита для клипа. В первую очередь это комната Yumi, которая была воссоздана по образу настоящей ее комнаты. Все предметы мебели, картины, усилители, storyboard, кровать, а также гитары, микрофон и сцена. Комнату мне помог разработать мастер Илья Демьянов. Он создал такую конструкцию, которую можно собирать и разбирать прямо во время съемки, чтобы менять ракурс. Также он помог мне сделать сцену, мольберт и подставку под гитары. Гитару мне помог сделать талантливый мастер Денис Женицын. Он спроектировал в 3D 4 версии одной и той же гитары в разной степени разрушенности, чтобы мне потом по кадрам менять их в процессе съемки, чтобы в результате в видео получился эффект поломки гитары. Съемка клипа велась 1,5 месяца, работа велась ежедневно. И как я уже говорила, это было снято в технике стоп-моушен, то есть мне в каждом кадре нужно было по чуть-чуть двигать куклой, в каждом кадре двигать какие-либо предметы, фиксировать кукол. Иногда приходилось в неудобных позах с помощью вот таких вот прищепок или кинематографического тейпа или канцелярского пластилина, который в дальнейшем в обработке мне приходилось еще и в каждом кадре убирать. Часть клипа была снята на фоне хромакея, который в дальнейшем в обработке тоже пришлось заменять на другой фон. Также отдельно создавались титры для клипа. Дизайн титров придумала и вырезала из журналов Yumi, а я после анимировала их покадрово вручную на фоне крафтовой бумаги и хромакея, затем добавляя в монтаже. В целом клип вышел очень трогательным и эмоциональным, и я даже плакала, когда снимала его, особенно последние сцены, потому что эта борьба двух личностей очень мне близка. Вот эта тема выбора, она постоянно стояла передо мной на протяжении всей жизни, мне хотелось заниматься то этим, то другим, и музыкой, и художественным каким-то делом. И то, чем я сейчас занимаюсь, это идеальная комбо. Я как раз нашла в своей жизни вот эта съемка и мультипликация. Здесь я и рисую, и леплю, и делаю что-либо из дерева, из металла, и шью, и снимаю, и фотографирую, придумываю какие-то сценарии. Здесь как бы создается мой какой-то мир, какой я пожелаю, абсолютно без ограничений. И это самое важное было для меня, найти вот такое занятие и найти себя в этом. Поэтому я абсолютно всем и каждому желаю найти вот это дело, в котором вы будете чувствовать и видеть себя, в котором вы будете выражать все свои амбиции, все свои мечты. И я считаю, что этот клип, он должен всех направлять на поиск себя и поиск своего занятия. И я очень благодарна Yumi за то, что она обратилась ко мне, потому что, мне кажется, мы с ней воплотили максимально ярко вот это. И я очень переживала за своих девчонок, вот этих кукольных. Они мне за время создания, за время съемки стали как родные дочки. И мне очень тяжело было с ними расставаться, отправлять их Yumi. Я безумно рада, что такая
классная девчонка заказала у меня этот клип этих кукол, и вот этот обмен энергетикой, он происходил постоянно между нами и будет происходить и в дальнейшем. Осознанная нами история навсегда останется в моем сердце, и я надеюсь, что она тронет и ваше. Я с огромным удовольствием работаю с музыкантами и другими творческими людьми, поэтому обязательно подписывайтесь на все мои страницы в описании, на мой инстаграм, на инстаграм моих персонажей, это Bob & Dob, это Swag Duke, а также пишите мне, чтобы мы вместе создали тоже что-нибудь крутое и для вас. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, спасибо за интерес к моему творчеству, буду ждать ваших заказов.